Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Расскажите, какое ваше идеальное утро? Идеальное утро, когда я встаю, выспавшись, в хорошем настроении, и на столе стоит чашка кофе. Прекрасно. Как нужно относиться к негативной критике? Как к хорошему совету, потому что, получая критическое замечание, можно понять, что тебе нужно исправить в этой жизни и куда двигаться дальше. Вы родились в Удмуртской республике. Ездите ли вы на родину? Очень редко, к сожалению, не получается. У вас есть вредные привычки? Ну, сильно больших нету, наверное. Где вы предпочитаете отдыхать? Езжу, как правило, к своим детям. У меня дети живут в Москве и в Томске, поэтому стараюсь уделять внимание равномерно своим детям. Как вы считаете, какое самое главное качество характера для главы? Самое главное – честность и добиваться своего результатов от своей деятельности. Какую бы книгу вы посоветовали прочитать каждому? В Бурятии я всем бы посоветовал прочитать книгу Исаия Калашникова «Жестокий век». Почему? Потому что очень хороший автор, очень хорошая книга, которая позволяет понять ментальность людей, живущих на бурятской земле. Что вас раздражает? Раздражает, как правило, если человек не держит своего слова. Трудно с таким человеком контачить, договариваться, тем более делать дела. А у вас есть любимое блюдо? Есть, да. Я люблю почти все мясные блюда. И сам люблю готовить еще и плов. А остается время на какое-нибудь хобби? Ну, практически нет. Не остается хобби, но, тем не менее, стараюсь. Я здесь очень в последнее время приобщился к рыбалке на Байкале. Очень серьезный вопрос. Вы строгий дедушка? Наоборот, наверное, слишком мягкий. Какой-нибудь короткий совет дня для наших телезрителей? Я хотел бы пожелать всем, чтобы вы ставили перед собой достижимые цели и всегда их добивались. Пускай эти цели будут реальными, невоздушными. Я думаю, что при получении результата вы будете довольны собой, и люди, окружающие вас, будут довольны вами. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.